Весьма вероятно, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров снова женился. Во всяком случае, именно к такому выводу пришли поклонники артиста, которые увидели очередную публикацию звезды в социальной сети Instagram. Больше по теме Сергей Шнуров решил бросить курить ради молодой жены. Певец признался, что девушка настояла на этом. На снимке Сергей предстал перед зрителями в черном костюме и белоснежной рубашке, что абсолютно нетипично для музыканта. И главное, кадр сделан на фоне цветочной арки, которая установлена на берегу Финского залива. Именно такие, как правило, здесь устанавливают для проведения свадебных торжеств и церемоний. И для этих мест это не редкость. Примечательно, что сам Сергей Шнуров никак не прокомментировал свой очередной пост. А вот фанаты выдвигали по поводу увиденного самые разные версии. Некоторые предположили, что артист участвует в церемонии в качестве ведущего, за что мог получить очень неплохие деньги. Часть поклонников уверена, что артист – гость на празднике у друзей. Но самое популярное состоит в том, что женился сам музыкант. Ведь, как известно, Сергей официально в четвертый раз зарегистрировал свои отношения со своей избранницей 28-летней Ольгой Абрамовой еще осенью прошлого года. Но тогда пышных торжеств не было. Возможно, предполагают в сети, молодожены отпраздновали это событие теперь. Женился, опять на те же грабли. Жених, красавец, пишут артист в комментариях.